Командор, это навигационный экран Армагеддона. Отсюда вы можете просматривать данные о планетах под сектора Аврелия. Вы также можете приказать Армагеддону отправляться в один из этих миров. Когда вы будете готовы, начинайте полет к системе Тифон. Командор, зеленокожие продолжают атаковать важные точки. Орки организовали нападение на станцию связи. Они хотят захватить и разграбить этот важный объект. Эти станции поддерживают связь в подсекторе и позволяют следить за перемещениями противника. Мы не можем потерять такой важный объект. Орки вот-вот начнут штурм, командор. Зеленокожие сосредоточат усилия на генераторах, питающих станцию. Если генераторы откажут, орки захватят станцию. Меняю позицию. Мандей, докладывай. Только скажите. Будьте бдительны. Противник.
связи в безопасности. Это Сирус. Крепитесь, братья. Память об этой победе надолго останется в залах славы. Прекрасная работа, командор. Потеря станции нанесла бы нам сокрушительный удар. Особенно неприятные последствия имел бы захват станции орками, учитывая их план разобрать ее на запчасти. Это была бы серьезная потеря. За последние 2000 не было построено ни одной станции такого типа. Верно, сержант. Мы больше не располагаем технологией для производства таких станций. Потеря даже одной станции – серьезный удар для Империума, от которого никогда не удастся полностью восстановиться. Мне все еще непонятно, на что надеются Ильдары, натравливая на нас орков. Какие бы цели они ни преследовали, Ильдары идут на все, чтобы оставить сектор без связи. Мы не уверены, как они это делают, но наши астропаты описывают их вмешательство как ощущаемую в варпе тень. Ощущаемую в варпе тень? Это их точные слова? Да, их точные слова, Цирус. Однако у нас есть и более срочные дела. Орочий механик Бадзапа готовит еще одно нападение на столицу. Мне нужно проследить за нашей обороной. Постарайтесь поскорее разобраться с проблемами на Тифоне. Возможно, вскоре вы понадобитесь мне здесь. Тул, конец связи. Почему тебя так беспокоит этот бред астропатов, Цирус? Да просто так. Я только надеюсь, что у Ильдаров действительно есть способность создавать тень в варпе. Ради нашего общего блага.